Артемий Кивович, буквально недавно узнал, что Певцов, я имею в виду народный уже депутат, это один из представителей Госдумы Российской Федерации, в прошлом артист, актер, что у него Киркоров на карандаше. И не только Киркоров, но и вся вот это вот, все это ЛГБТ-сообщество России скрытое и не очень. Почему Певцов так их ненавидит? И почему они у него на карандаше? Что случилось с ним? Александр, вы задаете мне некоторые очень неожиданные вопросы, и вопросы явно не по адресу. В отличие от Киркорова и некоторых других, вот с этим Певцовым я лично не знаком. То есть внешность его мне известна, но я даже не помню, как его зовут, честно говоря. Почему у него ЛГБТ на карандаше? Ну, с одной стороны, естественно, он теперь депутат Госдумы, а Госдума у нас, значит, она выполняет в России функции полиции нравов. То есть они постоянно, различные члены Госдумы и мужского, и женского пола, они выступают со всякими морализаторскими, значит, предложениями и о гнилом Западе, где с черепахами вот, и, соответственно, обо всяких российских проказниках, которым не место, уж во всяком случае, не место на телеэкране и на публичных площадках. Вот. Так что, с одной стороны, Певцов просто-напросто выслуживается таким образом, ну а с другой стороны, если он проявляет какую-то особенную прыть в этом направлении, ну, по всей видимости, он, как называется, гомофоб, не любит, то есть представителей сексуальных меньшинств. Вот. Но я повторяю, что я с этим типом вообще не знаком, никогда знаком не был, никогда не общался. Вот. Поэтому что там у него в извилинах творится, я понятия не имею. Вот вы вспомнили о Михалкове. Как думаете, он циник? Это человек, который любит просто деньги? Он чего-то боится? Или он просто пытается примазаться к власти постоянно? Что это? Вот какой психотип у него? Кто он? Ну, в отличие от Певцова, Михалкова я совсем немного, но лично знаю. Потому что... Я многие годы, даже десятилетия своей жизни провел в таком дачном поселке подмосковном под названием Николина гора. Это такой очень известный поселок, элитный, что называется, причем для старой элиты, то есть там жили там знаменитые композиторы, там, скажем, Прокофьев, знаменитые шахматисты, там, скажем, Ботвинник. Вот. В том числе там имеется вот это дворянское гнездо, где живут и Андрей Кончаловский, и Никита Михалков. А раньше там, естественно, проживал Сергей Михалков. Ну вот, и более того, эта территория находится прямо за забором, то есть граничит с той территорией, где, начиная с начала 70-х годов, ошивался я. То есть это не моя дача, но это дача моего лучшего друга. Вот, уже покойного, к сожалению, Саши Лепнецкого. И у нас, в общем-то, была такая традиция, вот, что мы там играли в самом центре этого поселка, около автобусной остановки. Там имеются теннисные корты, а также маленькая футбольная площадка за металлической решеткой. Мы там всегда играли в футбол. Вот. Причем, ну, я к футболу всегда относился так, совершенно несерьезно. Вот я, как правило, играл в пьяном виде. Вот. Но, в общем-то, очень весело, радостно, с большим удовольствием. И одним из наших постоянных спарринг-партнеров в футбольной игре как раз был Никита Михалков, которому тоже периодически на дачу приезжали всякие киношные компании, какие-то там актеры, режиссеры и так далее. Ну и вот мы, я думаю, несколько десятков раз, по крайней мере,
Вот, играли такая сборная музыкантов хипарей, в которую, значит, и я входил, и киношная, значит, команда Никиты Михалкова. Вот. За пределами футбольной площадки дачной я с ним не общался, но судя по его игре в футбол, я мог совершенно точно сказать, что Никита Михалков, во-первых, хам и грубиян, и, во-вторых, врун и жухало. То есть он все время, значит, устраивал какие-то скандалы, что кто-то что-то там, то мяча, значит, рукой коснулся, то его там по щиколотке ему ударил и так далее. Вот, и наоборот, там, когда они там нарушали явно правила, то он, значит, начинал орать всем своим актерским голосом. Вот какие, значит, кругом негодяи. Вот, в общем, несимпатичный он человек. Вот, это я понял еще 50 лет тому назад или около того. Вот, что касается до его вот этой публичной роли, ну, что тут можно сказать? Можно сказать, что он приспособленец. Вот он приспособленец, и он, ну вот, неологизм такой мне в голову пришел. Есть слово «властолюбивый», то есть человек, который любит власть. Ну, я думаю, что Михалков тоже любит власть. Но я бы назвал его не столько властолюбивым, сколько властолюбчивым. То есть он власть начальничков и так далее – Он очень любит подстилаться под власть. Он служит всем. Насколько это искренне, мне трудно сказать. Но очень легко заметить, что он был абсолютно, значит, приласкан и сам смотрел в рот и ползал на брюхе и перед Хрущевым, и перед Брежневым, и перед Горбачевым, и перед Ельциным, и перед Путиным. То есть кто бы там на верхушке, значит, этой советской, позднее российской пирамиды не сидел, Михалков всегда, всегда был при нем, всегда, значит, был сервилен, то бишь услужлив, вот, и всегда выполнял все прихоти этой самой власти, при том, что власть, как вы понимаете, в общем-то, она часто бывало прямо противоположные, вот, как, скажем, власть при Горбачеве и власть при Путине. Но Михалков всегда, всегда, значит, рад был поцеловать ручку и лизнуть в задницу. Артемий Кивович, я хочу у вас поспрашивать о некоторых людях, и интересно ваше мнение, особенно сейчас, потому что, скорее всего, вы этих людей неплохо знаете. Вот Андрей Малахов и Борис Корчевников. Ну, Андрей Малахов я еще знаю, я несколько раз в каких-то его программах участвовал. Андрей Малахов, в общем, вот в то время, когда я с ним общался, это было, наверное, где-то в нулевые годы, что ли, был симпатичный парень, вот он тоже, он очень неглупый, с прекрасно подвешенным языком, с хорошим чувством юмора, в общем, он у меня никаких негативных эмоций, в отличие от того же Никиты Михалкова, не вызывал абсолютно. Ничего не могу про него сказать, ни хорошего, ни плохого. Близко мы с ним не дружили и не общались. Вот. А так вот, при таком поверхностном общении производил очень хорошее впечатление. А второй, вот вы сказали, Корчевников, я вообще не знаю, кто это такой. Просто эти сейчас двое людей, они как бы участвуют в этом всем пропагандистском раже. Корчевников, конечно, вообще ужасно в этом всем деле замешан. Но даже если говорить о Малахове, почему он в этом замешан? Это вопрос денег? Послушайте, вопрос боязни? Естественно, это вопрос, для него это вопрос денег. С одной стороны, и вопрос карьеры, популярности с другой стороны. То есть, в отличие от Филиппа Киркорова, Андрею Малахову за границей делать нечего. Абсолютно. Кому он там нафиг нужен? На каких каналах и для кого он там будет вести телепередачи? Нет. Петь он не может,
скажем, актерствовать он тоже не может, бизнесом заниматься тоже не может. Вот, так что у Малахова за границей явно никаких профессиональных возможностей, возможностей заработка не будет. Ну а в России у него в этом смысле все в полном порядке, собственно, поэтому он этим и занимается. Вот, хотя, опять же, зная его как человека не глупого, я прекрасно понимаю, что он абсолютно отдает себе отчет в том, какую гадость он мутит. Вот, думаю, что угрызения совести его, по крайней мере, в глубине души, в общем-то, наверняка преследуют. А вот, что касается вот до второго этого Корчевников, я даже не знаю, как он выглядит. Ксения Собчак и Лера Кудрявцева. Опять же, Лера Кудрявцева – это какая-то, по-моему, диджей, что ли. Ну, я ее плохо знаю. Ксения Собчак. Внешне Лера Кудрявцева мне категорически не нравится. Ксению Собчак знаю немножко. Ну, Ксения Собчак – это вообще, конечно, интересный персонаж. То есть среди ее качеств я бы выделил два. Первое – то, что она авантюристка. Вот. И слово «авантюрист» или «авантюристка» в моих устах – это не обвинение. Это не какой-то позорный ярлык. Я сам авантюрист. Вот. Я сам люблю всякие путешествия и приключения. Вот. И Ксения, она несомненная авантюристка. Вот. Но второе ее главное качество, и вот оно уже совершенно не симпатично, это полное отсутствие каких-либо моральных устоев. Она абсолютно аморальный человек. Циничный до предела, и я думаю, что просто, что вопросы морали... Ну, то есть, теоретически она еще понимает, что это такое, нравственность, порядочность и так далее. Но на практике эти понятия ей совершенно неизвестны. Как вы оцениваете молчание Познера, Урганта и Нагиева? Мне кажется, это молчание, оно разное само по себе. Молчание Познера я, опять же, не могу понять. Могу объяснить это или влиянием, скажем так, его супруги, вот, с которой я очень хорошо знаком, с которыми долгое время были, как ни странно, бизнес-партнерами. Вот. Ну, или просто вообще какую-то трусость. Вот, может, Познер умный человек, человек мира в хорошем смысле этого слова. Вот. И, конечно же, то, что он молчит, это говорит, ну, во-первых, естественно, это говорит о том, что, слава богу, что он молчит, там, а не дует со всей силы в трубы путинской пропаганды. Вот, с другой стороны, он просто трусит. Вот. Это признак трусости. Вот. Что касается до Ивана Урганта, опять же, умный парень с действительно прекрасным чувством юмора. Вот. Думаю, что тоже, как бы, с одной стороны, он не хочет позориться, в том числе и в глазах, значит, всей, ну, такой важной для него отечественной референтной группы. То есть все там и музыканты, и актеры, и так далее. Вот, которая, естественно, в ужасе от того, что происходит, и категорически против войны, как бы становиться изгоем для них он не хочет. С другой стороны, как бы рубить все концы и сжигать все мосты в России ему боязно. То есть, возможно, тому причиной тоже какие-то семейные обстоятельства, карьерное обстоятельство, может, у него там много всякой недвижимости, которую он еще чится продать и так далее. Вот. По поводу Нагиева ничего не знаю, я с ним тоже едва знаком, вот. Так что тут не могу ничего прокомментировать. Вот. И я даже не знаю, молчит он или не молчит, я что-то о нем просто ничего не слышал уже несколько лет. Вот если посмотреть на то, на чем зиждется, на чем держится путинский режим, это, конечно же, власть КГБ, это мифы о Второй мировой в каком-то смысле, и это отчасти какая-то отдельная правда о 90-х, выхваченная.
Путин не рассказывает о свободе 90-х. Путин не рассказывает о свободе слова 90-х, о свободе выражения. Путин много чего не рассказывает об этом времени. Как вы думаете, почему он боится этой правды о 90-х? Ну, вы знаете, что, в общем-то, 90-е годы все оценивают по-разному. Я оцениваю 90-е годы, в общем-то, скорее положительно, нежели отрицательно. Почему? По той причине, что иначе, ну, иначе было бы, иначе было бы странно и несправедливо. Я человек медийный, и я человек культуры. И я могу сказать, что со средствами массовой информации и с развитием культуры в 90-е годы все обстояло в высшей степени благополучно. То есть была реальная, абсолютная свобода слова. Такая свобода слова, какую еще не в каждой западной стране найдешь. Вот. Точно так же, если говорить там о музыке, кино, изобразительном искусстве и так далее, то мы все делали все, что хотели. Абсолютно. Значит, никаких тут ограничений не было. Вот. Что, естественно, многим мне нравилось, потому что, ну, то есть, я человек, как я уже сказал, авантюрный и придерживаюсь взглядов, что все, что не запрещено Конституцией и законом, все это разрешено. Вот. А многих, естественно, возмущало там разгул там, секса, пропаганда наркотиков, там, то и все и так далее. Вот. Так что для меня и в плане профессиональном, и, в общем-то, в любом другом отношении 90-е годы складывались в высшей степени благополучно. То есть у меня были телепередачи, я работал начальником на телевидении, причем на двух каналах, на России и на РТР. Вот, захотел там запустить русское издание эротического журнала «Playboy», пожалуйста, журнал «Playboy», радиопередачи с моей любимой музыкой, ради бога, делай, что хочешь. В общем, было замечательно. Но в то же время я себе отдавал отчет в том, что дела обстоят не таким уж безоблачным образом. То есть я, скажем, смотрел на своих родителей, особенно на друзей своих родителей. Это люди из академической среды, доктора наук и так далее, которые жили впроголодь буквально. Доктора наук, которые подрабатывали тем, что в подземных переходах торговали какими-то варежками там, и так далее. То есть я видел, что гайдаровские вот все вот эти реформы, вся вот эта шоковая терапия, что она крайне несправедлива, абсолютно бесчеловечна. Я это видел, я об этом говорил, я об этом писал. Я уже не говорю там про войну в Чечне и так далее. Ну, мы, по-моему, начали разговор с того, что я сказал, что я отказался участвовать в предвыборной кампании Ельцина 96-го года. И у меня для этого были очень серьезные основания. То есть при том, что, ну, в общем, такое было у меня восприятие 90-х, такое достаточно шизофреничное. С одной стороны, на фронте личных побед все просто обалденно. С другой стороны, значит, глядя на то, что происходит вокруг, я имею в виду и нищету народа, я имею в виду и разгул преступности и так далее, вот, естественно, оторопь брала. Вот. Поэтому выработать такой однозначный взгляд на 90-е годы в принципе невозможно. То есть это такая очень противоречивая, очень стереоскопичная, что ли, картина. Вот. В этом смысле, скажем, опять же, упрекаю ту же Марию Пепчик, что она ничего не говорит там, о том, там, какая свобода была в 90-е годы и так далее. Да, не говорит, но так это и не является ее задачей. Она сфокусировалась на конкретных негативных явлениях, вот, а именно на коррупции во власти.
Точно так же она могла сфокусироваться, например, на культуре 90-х, и там все было бы, напротив, очень все весело, динамично и празднично. Или могла сфокусироваться на преступности в 90-е годы. Там, опять же, все было ужасно. Вот. В общем, 90-е годы – это было очень интересное, очень странное, в высшей степени противоречивое время. Артемий Якивич, последний вопрос. Вот глядя сейчас на нынешнюю ситуацию, вы гордитесь, вот, что вы с кем-то конкретно из рокеров, из обычных музыкантов, из великих артистов сейчас знакомы? Вы гордитесь, что, и, может быть, вы назовете людей, которым вы можете сказать спасибо, что ты есть, спасибо, что ты такую позицию занял, ты молодец. Вот кем вы гордитесь больше всего? Кто для вас не предатель, а молодчина в этой ситуации? Послушайте, таких людей очень много, и я на самом деле рад и счастлив тому обстоятельству, что я не потерял из близких друзей, я не потерял почти никого. Кстати говоря, те, кого я потерял, скажем, тот же Охлобыстин или тот же Александр Скляр, вот, я с ними разошелся еще в 2014 году, задолго до начала уже вот этой вот полномасштабной войны. Вот. А все остальные мои друзья, из числа там всяких известных и публичных людей, они все в полном порядке, я с ними общаюсь, я их постоянно вижу. Если не вижу, то разговариваю по аудио или видеосвязи, переписываюсь и так далее. Вот. Это, естественно, та же Алла Пугачёва, про которую я последнюю неделю говорю, не умолкая, в связи с ее 75-летием. Значит, это Борисовна, значит, это Боря Гребенщиков. Буквально вот был на двух его концертах подряд, сначала в Стамбуле, потом в Таллине. Вот. И тоже общались, и Боря в прекрасной форме, и в творческой форме, и даже в физической форме. Очень даже нормальный, вот что меня особенно радует, поскольку у него были, конечно, серьезные проблемы со здоровьем. Это Андрей Макаревич, вот, и из ребят помоложе это Вася Обломов, это Noise MC, вот, это Максим Покровский. То есть, в общем, все в полном порядке. Все самые талантливые люди, скажем так, из моего российского музыкального окружения, все они, за исключением Юры Шевчука, вот, все они обосновались уже за пределами России, много выступают, отвечают как бы на новые вызовы и, в общем-то, чувствуют себя очень, очень даже уверенно, и это прекрасно. Друзья, спасибо большое, что все это время оставались с нами. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки, подпишитесь, пожалуйста, на все YouTube-каналы и смотрите передачи на радио «Свободе» Артемия Троицкого. Обязательно оставляйте как можно больше лайков, комментариев, кликайте на звоночек для получения дальнейших уведомлений о наших новых видео. Их будет больше, больше и больше день ото дня. Артемий Кевич, спасибо большое, что были с нами. Да, всегда рад, а вам я желаю, чтобы больше никакие ракеты и бомбы не попадали по вашим окрестностям, вот, вообще по городу Киеву и другим украинским городам, вот, чтобы все были живы, здоровы и поскорее бы зажили спокойной жизнью.